Краткий обзор 8 серии сериала «Заповедный спецназ», который вы сможете посмотреть в четверг, 25 марта. Кужель приказывает Веркину подвести Тарханова или его бойцов под статью. Мальчишки докладывают о психпередвижениях рыси рыбакам, те успешно пользуются отсутствием инспекторов и проводят вылов и загрузку рыбы. Чтобы отвлечь внимание инспекторов, один из пацанов выходит в море и падает с лодки в воду, другой в лесу попадает в капкан. Местные жители в панике. Инспекторы калечат и убивают их детей. Возмущенная толпа требует отставки Тарханова и суда над ним. Якушев поднимает мужиков на бунт, и те идут громить кордон. Рысь наблюдает из укрытия, как мужики громят кордон. Чудом подоспевшие бойцы отбиваются от людей Якушева. Макс ранен. У Тарханова рождается план, как побороть Якушева. Он предлагает Шапошниковой взять того в отряд.